А ты кого держишь, Олма? Я Олму и Кроши держу. Потому что иначе Схуя, меня... Не-не-не, ну, иди смотри. Других бичей держи, я Олму и Кроши. Я жирный, смотри, ты посмотри. Шипнут меня нафиг. Да и похуй. Ну да, потом будешь ради, блядь, танка держите, блядь. Не-не-не, я Кроши и Олма, я самый жирный тут. Тебя сложат. Меня прошлый раз не складывало. Не, ну так-то не сложит, но я не знаю, типа, три хила, блядь. Ну ладно, забейте там, давайте подержу этих двоих бичей. Бичи, блядь. И так, сука, в 17 тел идем, вы, блядь, это. Пиздец, позор, нахуй. Ну, я хуй знаю. Тигр будете бить, да, или свои глаза? Гердали. Че, Кроша лучше? У меня столько хп, что мне вообще плохо. Могу побить? А ты сможешь его потом бернуть? Да. Это вас сразу заберешь на цене. Я не знаю, просто бьет оно по миликам, нет? Зачем слепоглаза? Надо Кеглера первого бить, чтобы он перестал откидывать, и тогда нормально будет. Ох, а что тогда я в это слепоглаза буду жесткое, наверное, дамажить. А кровавый удар за не за яйца УДК? БДК бафа? Кто знает, кто знает. А. Ебать, это что? Не сложила. Заберите короля. 18. Меня сло... Что мне сложило? Это что да. Такое было? Это крит? Скорее всего у тебя... Какой у тебя кап? 505, говоришь, да? Может тебе просто 114. Капа не хватило? Ну тебе капа, может, не хватило. Мне просто ваншотнул. Может, я не защиты помню, сколько нет. У тебя? Нет, это не за хил был. 514. Я просто... Ну у тебя капа нет, время хилил. На рейды 540. По тебе крит ебанет просто и все, и пизда. Ну. Даже понял, да я этим пошел паладином, мне сказали, сколько защиты, говорю, типа, ну, 520, мне говорят, типа, хуёво, маловато. Такой, говорю, ну окей, ладно. Ну, пара шмоток на цета будет. Вот что бывает, если кожу одевать на ДК? Да, у меня нет кожи. О, еще Кару, блять, Кару я двумя сгонял сегодня, да? Двумя, Кару. Блять, напало один токен на следующей неделе. Никаких Кару, ёпта, заломал. Либо руки. Ну... Этот. Я хотел еще, в принципе, второй ГМ, типа. Сейчас? Ну, тут, ну, тут что-то онлайна нету уже, но. Ну, а че, да, че. Завтра, может, днем будет. Да, может, днем будет, но. Ну, перед РТ не обязательно в обед, типа. Надо, если мы сейчас заломан пойдем, надо без всякой залупы, типа, если вы на фул хотите или как? Или что-то. На керсоре посмотрим, может, я бы на фул ходил бы. Мне второй сундук только нужен. Чтобы ДЭП, подержу эту говнюка. Мне враги нету. Забираем. Этот самый... Я хочу зов, короче, на мишку, нахуй. На Черсоре тоже нужен зов. Будете ролить. Ну ладно, пускай забирают. Да не, лучше ДДА, чем мою мишку. А ГДКшник кушает петов? Не нужно кушать да, петов? Да, да. Там что-то... Этот... нужна это, посмотри, стоимость 30, что ли, рун, или сколько там, блядь. Там можно символ вроде поставить. Да хуя рун, ну. А че за фигня? Почему он докуплится, я не могу ему дизарм сунуть? Муж промахнулся, да. Блин. У него не кидается. Нет, кидается, не укидается. До определенного вроде. Короче, мне надо штаны, нахуй. Лесните. Опа, плечи сюда, плечи анрол. Пауэрок, шаман. О, плечи анролл. Плечи. Кубики дай. Какое плечи анролл обмывало? Чё? Такое. У нас вон еще один половин. Ну, менять, наверное, не буду. Только на плечи. Я понял, блядь. Аккуратно. Сейчас спинами токен, блядь, заберу. Сейчас кружка у тебя есть, Седжу? Ну, в смысле, это гадюка или что у тебя там? Кружку одевать? А то я без кружки сейчас. Не, у меня гадюки нет. Что ты кинул кружку на ролл?
А, ну ролик токен, вон кинул в этот. Ну что здесь? Валенш. Киньте ролл. А какой сейчас токен? Паладинский. Я вообще черепа дену. Паладинский киньте. О, опа. Сюда выгоняю. Ну все, ебать. А потому что твинами. Ролл и сразу же плохие стороны. Трейп кидай. А ты где? Я тут. О. Ну кто выиграл токен? Вилания. Куда тебе еще один токен? У меня токен на хпало, чтобы мне поставить ноги или руки ТТГшные. Блять, нахуй я пошел с вами. Как будто с кругами сходил. А зачем тебе шаман одевать? Мог просто. На Эли у меня сделать. Ни одного нету вообще. Да или мов пофиксит, они не будут дамажить. Да, уже скоро они будут. Опять на дне. Ой, с того, наверное, мы с Саньком потанчим. С кем? Мы с Саньком танканем, ну с этим, с Йором. В смысле? Не, я не танкану с тобой. В смысле? Так я на пулице меня, и ты поешь второй. А, и типа мне просто надо стоять? Ну конечно, там ты что думаешь, тебя убьет что ли? Ну давай. Ну да, тебе надо вторым по агро быть. Ну, ты ДК, потому что... Потому что если миликов шотать будет, будет хуёво. Ну он не сможет быстро перед вторым по агро. Да, блять, сможет он все. Просто ДПС или слишком хамп на него одетые. О, по полу два есть, можно попробовать. Сейчас. Дилку дай меня. Че в Кирсоре на пулю? Дилку не нет, тебе, не надо. Тебя. Надо на Invincible закинуть. У него агро большой. Ну конечно, у него огромная агро, у него же чем тот ее. Честно, я хер знаю, тут. Машевый, да, что первую стяжку? Я сказал, мне надо голову выбить с этого, с Каром. А, я понял. Что, да. Кирсори? На пул кулдам. На пул в репичипа. А что у нас? Кто массакру может дать? Никто, да? Да и нахуй она нужна. А, Вилан не даст. Что, готов? Я готов. Готовность. Давай, у меня 8 секунд все есть. Можно пуню прямо сейчас? Пуляй, пуляй. Все, пуляй, пуляй. Давай. Нет, а стопаните, не бейте. Немножко не бейте этот самый. Ну, Invisible пусть бьет. Немножко дайте покурите Геро. Секунд 10. А Гера КД? Пускай Варден берет. Все, этот самый Invisible вырубает, да, и Сальво. Пойдем, так висит это моя. Этот, напуливайте на Йора, на второго этого ДК, чтобы он да, второй был. Давайте. Ему Кирсори надо обогнать. Ну, он сейчас немножко. Легко сказать. Тебе надо всех обогнать, я тебя вообще не вижу. Я все кнопки жму. Так. Кстати, это танки расходятся на этой штуке? Мне вообще пофигу, я бессмертный. Я под боссом, мне вообще похуй. Был. А, Сальва, вовремя, ебать. После удара ебанул. Ну это... Дай Кирсори по Инвизиблу и Авилания по Кирсори дай эту залупу свою. Ну понял, да? Дай. А он хоть догонит, что-то не догоняет нихуя, да у него генерации нет. Дайте фул на пулу тогда в Йора что ли. Я жму все кнопки. Фул Седжиен реальный в этого дока на пулу. Да, сразу. Ну хули, ну... Я не знаю, его там даже и близко не видно, нахуй. Там 220 ДК, чего вы хотите от него? Потеем, ну, блядь. Сейчас просто пошотает миликов и залупа будет. Я держу. Скидывай по Кирсори, по КД в инвизи. Вот, вылез. Он вылез. По инвизи был еще ебани Кирсори, или вмешательство, или какую хуйню ебани. Он я показался. Репичип, ты тоже, кстати, вмешательство можешь изунуть. Чё там чилишь? Я просто... Ну хорошо, я могу сделать так, кого там... Инвизибл, давай. Да, да. И все, и сразу, блядь, спокойно. Чё грул крутится на сюда? Конечно, я не даю гарантию, что этого не разъебет. Он все на 4 косаря хп больше, чем этот. Они даже по хп одинаковые, нахуй. Сука. Ну мы ж воля мертвых прокнем. Ну все, он второй шаг. Кажется, вот не 44 хп. 10 секунд я вейв влечу просто с ноги. Где он там? Готовьте, сейчас просто будет весело. У меня 51 тысяча хп. Нихуя, это по натуре жестко. О, второй. Да, я сгинул.
На пару секунд. Сейчас, Войд, подойди ко мне поближе, сейчас я в тебя влечу через 20 секунд. Так в меня нахуя? Меня не будет босс бить. Магия. Он только Миликов, да? Будет бить, я далеко от босса стою. А, ну понял. О, нифига себе, меня ударило. Нормально. Да я не перегоню. Разбегаемся. Так, личная незыбка. Вообще пофигу, у меня ключик есть. Не пробило, слабый. Потому слишком. Я это просчитывал, как бы. А, ну ладно, хорошо, я думал, что грудь слабый. Не, просто грудь слабый, реально, что могу сказать. Да. Ну, ну да, нормально, пол хп сносит. Ну, так мне вообще даже ничего не стало. Ну там вот этот удар, который по тебе прошел, это под волей мертвых уже был, считай. То есть он уже был срезан на 15%. Ну, тем более слабый вообще. Не потеря, поэтому буду каш. Нормальный босс с первых же секунд прям с пула врубает дерсу и начинает шотать всех. Да, натуре. Это не босс, это так, подделка. И каждые 5 секунд он обновляет дерсу, и нужно да, да, 10 да. Хантов, чтобы ее снимать, нахуй, по КД, блядь. Вот это в натуре так. Босс, блядь. О, вот это штаны мне надо. Бля, воротник штоповый. Штаны, штаны закидывай. Штаны закинуть? Тебе да. Не нужны? Да, да. Ну, этот, как он называется, надо будет менять там потом шмотку. Ты пароль у тебя? Штаны. Заебись. Кружка. А чё у меня? А, я же мишку спекнулся. Это нужны эти штаны? А это затанчить? Ну, на кубе, допустим, постоит. Ты босса, да, поддержишь? А, так что это такое? Я босса подержу, мне надо поддержать босса. Нам его в сове будет. Гангста. Ну? Это просто, знаешь, не, если ему ноги важнее будут, я тоже родню. А он без токена вообще. Опа. Ты достаешь его, это останет этот? Давай локу, да? Отдай локу. На левый дальний куб, который отхода именно левый дальний. МВП, ты будешь одевать лока? Если нет, я тогда токен на ДК возьму и, возможно, может в дальнейшем танка сделаю. Так. Это кто хочет? Ну, ДК. Ну, раз ты сказал, то ладно. Это руль тебя. Суманите меня, короче. Короче, я это закину и потом. А там пуха не выпало, да? Нет. К сожалению. Я ворот шатал. Ну, кстати, вы лок тут оставили. Через камень лока зазуманьте тогда. Блять, а кем пойти, сука, в этот. В ЗА, отвратник, наверное, нужен только. Кстати, и коню, кто не хочет сканировать там десяточку? Быстренько, или что, завтра? Да ебать, и коня. Сука, меня коробит от этой хуйни, такая поебень, блядь. Мы пойдем в коню 10 гер. Войд не любит простоту, Войду нужны мучения. Вот то есть мне предлагал сходить в ВК 10 гер. ВК 10, блин. Нужны? Я просто в свое время на X2, когда фармил категории, вот эти, блядь, плюсики, хуюсики, вот эту всю хуйню, я находился в эту иконю 10, я не знаю, у меня там видосов 300, нахуй. Вот, я так заебался этой иконе, я ее рот ебал эту иконю, нахуй. Ради какого-то квеста, блядь. Я тыкарь играю вообще. Просто параша, блядь. А чё себе не возьмешь на ДК, я этот? Меня пиздят, алло, блядь. Ну-ка. Там тебе пиздец, там тебе рога пиздец. Какой-то нахуй. Сейчас, подожди, я. Присунуйте. Сейчас я влечу у него, погоди, влечу. Пустите, пустите. Смотрите, лока. Чего? Пустите меня, говорит. Лока, ну, быстрее. Че? Быстрее лока и съебываем. Да они встанут. Какие же бы. Не-не-не, пусть встают, пусть этим пиздам. У меня полный удар. Ну дай плюсик. Все, суманули лока по съебам. Да. А где? А, у нас лок есть. А кто это? Топа, что ли? Лок это МВП Хант. Ну, МВП Султан. Он зашел в инст хоть. Да. Там тоже репичип, правильно? Да. Может, это сверху танчит? Не, я такой, я на кубе постою. Это ген с это здесь понимаешь, что там чуму всякую разную, ладно. А я бы на это посмотрел. Вот это промучить здесь. Не, я думаю, ты бы вытащил, в принципе. Да, я боюсь, что у меня кританет как.
Если крита да. нет, тогда... По голове. Конечно, будет грустно. Или ход конем по голове. Ох, вы мускулы стальные. Пальцы цепкие мои. Эх, резные, расписные я. Деревянные ладьи. Друг мой что, футболист Марк учил, Бернес? Не бойся. Он к таким партнерам не привык. Ты за тылы и центр не беспокойся, а играй по краю напрямик. Но я налег на бег на 100 метровки. В бане вес согнал, отлично сплю. Были по хоккею тренировки. Ну, в общем, после этой подготовки, да я его без мата задавлю. Ох, вы сильные ладони, мышцы крепкие спины. Эх, вы кони мои, кони. Эх, вы милые слоны. И кони. Это, знаете, эта песня была типа они качки, это что-то тоже напоминает. Войд опять по литературе. Опять таблетки. Вторая серия игра. Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее старят. И фоторепортеры налетели. И слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить. Мне же неумение поможет. Этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за дири. Говорят, он белый мимостак. Сделал ход c2 на e4. Что это мне знакомое? Так-так. Говорят, что делать надо, Сева, наугад, как ночью по тайге. Помню всех главнее королева, ходит взад-вперед и вправо-влево, ну а кони вроде точно буквой Г. Эх, спасибо хоть заводскому другу, хоть научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже я с испугу, разыграл классический дебют. Так, конечно, я следил, в караоке свой дом захотел. Чтоб не было промашки. Чё-то там, блядь, я вообще не помню. Эх, сменить бы пешки на румашки. Живо прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку. Хочет есть, и я бы съел ферзя. Да под такой бы закусь да бутылку. Но во время матча пить нельзя. На бутылку. Я голодный, посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. Пешки как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами. И с дебютом путаю дуплет. Он мою защиту разрушает. Старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский еще инцидент. Откуда они а такие? Их так много-то, ёпта. Не палец, я думал, мы с чьей стороны убили. Это патруль, наверное, на самом деле. А вот спавнит. Это воет спавнит. Я. Регулировщики. Все же регулировщик. Да, ДПС. Видели это? Картинку быдло. Ну, этот, который три гопника сидели, нахуй. Вот там все же справа был такой в очках, в кипарике. Да, это я. А я справа. Кто не падал? Так метки кто? Точно надо метки расставить. Кто там на трэш? Я на хиле могу, конечно, ближайшую метку какую-нибудь взять. К боссу. Я только сейчас придумал интересную идею. Давайте я подожму куб, который стоит на это в рейде. Брат. Можете все метки сами поставить. Ханта поставьте поближе. Ханта. Мне прям самую близкую поставьте. Печенька. Ну, чтоб хант бил. Вот. Печенька ханту. Кто еще там? Еще двое на кубы. А я дотянусь отсюда хилить? Да, на метки дотянешься вроде. Окей. Ну, дотянешься. Кто-нибудь еще плюсуйте на кубы. Что, че? Кубы. Вот лок поставим на кубы. Ну, там бичей всяких там. Да, да. Вот поэтому. ДПСеры пускай лучше хуярят, а то хуй убьем. Так. Да, на куб поставьте тоже. Так, да, звездочка. Но нет. Только хотя бы пару костов сбейте там, лабам. Да я просто им сейчас это волну сдам и все. Я отойду, волну им сдам и все нормально будет. Хотя бы пол коста. Пол шишечки. Хотя бы половинку. На то пол шишечки. Всё. Всё. А что ты говоришь? Это хорошо. Ладно. Мне что-то страшно. Миссы прорвёмся. Дайте каску поварам, пожалуйста. Ага. Дайте ему агрона брать только. И смотрите, лучше косты сейчас первые сбейте, а то мы пошутаемся нахуй. Не-не, это тьму сбейте просто, я остальное сам сделаю. Нормально сходит.
Танка вернули. Это не я. Это не меня вернули. Так я и не про тебя говорю. А, тебя вернули, все понятно. Ладно, ладно. Да, Бисова, ГДК. Как вы тут такое выжили? Вот да, так. Еще минута 20. Блин, таймера нету. Минута 20. Есть. Я потай. Минута 10. Сейчас будет. Через 2 секунды. Скажите, когда 30 секунд будет. Акер, смотрите, кино истерию. Да, дайте кулак побой, дайте кашу поварам. Лучше роги, потому что рога на поле. А, у нас же... Стоп, у нас два. Встань отсюда вот под босса, чтобы тебя не бегал. Ну, давали он-то, я не дотягиваюсь, кстати. 30 секунд там есть? Для репичипа тоже не дотягиваюсь. Нет, 40 секунд. Давай, я подвигу тебя. Где ты там? Не, я про то, что когда это... Дай каску, пожалуйста. Жать буду. Лучше на 20, давай. Блять, два паладина, две каски. А что, два хила? Сейчас, всё, 10 секунд, скажите. Два хила под боссом? А хотя, стой, станьте кто-нибудь из хилов между звездой и ромбиком. Вы просто, нет, вы просто подошли, нажали и отошли, все. Да, тут, наверное, держать не... Сколько там? Как и будем делать? А, 19 секунд. За 10 предупредите. То за 30, то за 10. 10. Давай, 10. 10. Угу. Погибели. Вы далеко ДКшники, блядь, сейчас уже босс пулится. Зачем из серии супер палаты так? Может, я на куб пошел. А как танчит, ну, повернет, нет? Это прохиливайте Кирсори, прохилите на их огонь. Типа нас откинет и все. Отойдите, служи, вы там стакаете огонь. Алло, Бурибай, блядь. Выйдите, ну. Это хит. Я нормально поставил, и как мне скажите, я просто не вижу, мне же не видно. Левее, правее, на вас, от вас. Вот это вот что? Мне как в лицо бить? Там рассекающийся. Я просто ору. Вспышка 20. Invisible, ты ловишь огонь какой-то, он все скидывается. Так, да, пойдет. Кто-то прохилит ромбик и звезду? Светика или шман? Так они сразу отпускать будут, хоть там хилить. Там хилить не надо. Главное, чтобы окей. 5 лучей одновременно попали и боссы, и все. Я не достаю пока что. Кубы, готовьтесь. Нажимаем. Все, отпускайте. Подбегут, им ходку кинули и все. Я просто ору. Репичип, ты еще ни разу не танчил гмоб? А куда? Ну ты мне скажи взялся? Как. Скажи, как поставить спиной его. Спиной сюда. Вот так, еще, да? Ну я, блядь, не вижу же спину, у меня просто фрейм, я вижу его жопу жирную. Или нет, даже не жопу, то есть жопу у него. Скажи мне, куда? От вас, под там. Мы же Авелания, Авелания, сдохнешь нахуй, ты в огне стоишь, блядь, смотри на себя. Где дебаф. В огне? Я не сдохну. Ну так дебаф на здесь, видишь, блядь? Я не стою в огне. Ну я не смотрю, он стак. Я просто стою в лицо, бью, у меня парирование. И смотри, там еще рассекающий есть, там может заебануть. Мастерку надо собирать. В натуре. Хардкап. 60 нахуй. Сейчас кубы будут. Просто да, красные камни, нахуй. Прикинь, красные камни. Оно не помогает, я тестил на снижение. Нажимаем, нажимаем. Ну все, отпускайте. Прикинь, красные камни просто с полиролями в мастерство, нахуй. У меня один такой. Собирал рогу в 56 мастерства. Я понял, блядь. Да на роге. Красный камушек есть на мастерку. Это типа билд для драконов. Да залупа это все. Там не помогает. Конечно, не помогает. Не поможет. Опа, прожмитесь. Это не для ДД такое мастерство. Просто сейчас эпилепсия случится. Зинк. Просто будут еще одни кубы. Ну, если успеете за 30 секунд снести, может 5 лямов. Там ну, думаю, должно да. Успеть. Там больше 5. Вот только сейчас 5.
Ё-моё, побежал сей давать, улетел. Сука. Вообще ебаный босс. 3 ляма, 20. Я бы сказал. 12. Стойте возле кунь. Не успеем. Будет каст. Не успеем, не 5 секунд. Может не отпускать. Всё, хитство. Держите. Сейчас. Нажимайте. Так-то и сдохнуть. Не, так-то успевали, типа, добить. Так-то добить. Сюда. Здесь такие надо кашлять. Так. Вот это рульте. Ролл, а что там, вот этот воин? Воин-жрец-друид кому-то нужен? Че, не нужен никому? Ну, если не нужен, просто закинь мне. Мне нужен. Подождите. Нет, давай пролим. Забирай. Не, мне не надо. Мешок сейчас роните. Мешочек. Можно в бухту телепорт? Может, есть такой? Не. 19, нах. Кем пойти за, блядь? Сидж. А, я не кинул ролл. Понял. Ты не переролишь его.